9 апреля 1945 года. Войска 3-го Белорусского фронта после упорных уличных боев завершили разгром Кёнигсбергской группы немецких войск и штурмом овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кёнигсберг, стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море. За день боев к 20 часам войска фронта взяли в плен свыше 27 тысяч немецких солдат и офицеров, а также захватили большое количество вооружения и разного военного имущества. Остатки Кёнигсбергского гарнизона прекратили сопротивление и сложили оружие. За 9 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 54 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 28 самолетов противника.